Привет, меня зовут Феликс Якоро и рад быть с вами, чтобы представить наш бренд Резерва Дюке Майор. Замечательное вино, изготовленное из винограда с лоз возраста более 60 лет. Виноградники с урожайностью менее 1 килограмма с лозы. Это вино провело 3 года в бочках из французского дуба и примерно 6 месяцев в бутылке. Апельсиново-оранжевый ободок по краю бокала – следствие трехлетней дубовой выдержки. В аромате тона выдержки в дубовой бочке – ванильные тона. Возможно, кто-то найдет кофейные оттенки. Это вино, которое должно быть открыто как минимум за полчаса до подачи на стол. Я приглашаю вас попробовать это вино и насладиться. Возможно, вы полюбите это вино за мягкость и насыщенность. Было бы идеально сочетать с красным мясом. Попробуйте и делитесь своими впечатлениями. На здоровье!